срок за 174 килограмма наркотиков. В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении участников преступной группы. В суде установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2023 года уроженцы Кировской области приобрели земельный участок с домом и хозяйственной постройкой в деревне Глушонки Кирово-Чепецкого района. Там преступники оборудовали лабораторию и незаконно производили синтетическое наркотическое средство. Кировский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении соучастников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия, двое подсудимых признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 1 месяц и 16 лет 1 месяц соответственно. Пособнику суд определил 7 лет лишения свободы. Таким образом, очевидно, что об умысле на серийное изготовление, то есть производство наркотического средства, свидетельствует приобретение и длительное приспособление помещения под лабораторию, получение специального оборудования, прекурсоров и веществ для изготовления наркотиков, их объем, а также нахождение наркотического средства в различных агрегатных состояниях. Незаконная деятельность по производству наркотиков была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.